Так, сразу, друзья, не будем сразу взрывать эту. Сначала всех там убьем, потом уже пойдем взрывать. Ты как-то сглупил. Сделал реально не то. Где этот мужик с огнеметом будет? Сейчас кое-что проверить хочу. Тот сундук дает патроны автоматически, то есть к любому оружию. Давайте досмотрим. Возьмем в руки огнемет. У нас 10 патронов. 110. Да, то есть он дает патроны к оружию, которое у вас имеется. Пока не будем ни то не взрывать. Меня больше интересует, где кейсы. Привет. Так, давайте теперь ровем вот это. Так, давайте вниз еще спустимся. Где-то у нас снайпер. Да, так он нам наносит мало урона. Сейчас у него может так и чпокнуть. Только криты. Только криты. Только хардкор. Нет тут никаких кейсов. Анжаль. Раздал билет, осталась одна установка смерти. Но мы ее пока взрывать не будем, нам нужно обыскать, нет ли тут кейса, потому что сразу нас отправят. Ну, тут крышкой наложила. Сразу нас отправят куда-то там дальше. Поэтому... Нужно поглядеть, нет ли тут ничего. Я не помню, есть тут или нет, но... Кажется, нету. Интересно, у меня деспаунили? Да, у меня все деспаунили. The US Army. Damn fine work. Мужик, стой. А, это описание. Комплект
Тяжелое оружие описание. Берем снайпер. Голый. Okay, pay attention, soldier. I'm only gonna go through this once. We've set up our new field HQ down here. The area is pretty secure now that the artillery guns are gone. The first of the three targets we need to handle is their Chimera depot over here. Be careful on your approach. You're gonna have to get through the enemy camp on the way. Once you breach the perimeter of the depot, you need to take out both of the main fuel tanks. Your second target is all the way over here. The Chinese have set up a listening post set into the side of Callaway Ridge. There are some abandoned mines along the route, so keep your eyes and ears open. It's a great place for an ambush. You need to clear the place of personnel, so we can get our intelligence boys in there to start decoding. Once the first two targets are down, the last obstacle standing in the way is their damn pulse field. You need to cross it, then cause it to overload, so we can mop up the place with the T-51Bs. Let me warn you now. Unless you have some sort of a death wish, I wouldn't even go near the field until the Хорошо. Не буду идти сразу туда. Lieutenant Morgan will be your eyes and ears for Operation Anchorage, so get everything else you need from him. Uncle Sam's invested a lot of money turning you into a killing machine. Time to pay him back. Dismissed. Dismissed. Lieutenant, so, you're in charge. Зачем я это читаю, понятия не имею, друзья, честно. Чтоб все прокликано было. Так, мне нужно еще отряд собрать. Единица 1. Снайпер. Единица 2. Пехотинец. Единица 3. Снайпер. HQ. Хорошо. Операция Anchorage. Anchorage. Но я знаю, я специально так сказал, друзья. Вообще, тут, то есть, я честно сюда из-за брони пришел, то есть из-за брони и из-за навыка носить эту броню. Вот. Снайпера. Сэр. Их нельзя обыскать, да, в этой броне? Ух, тормоза не надо. Американский солдат. У меня будет все оружие. Не надо мне тут рассказывать. О! Я не могу ее одеть? Нет. Но у меня есть силовая броня. В общем, в этом, в капитанской броне. Гаусс мне дал. Бесполезный абсолютно. Мех, у тебя есть что интересное? Американского механика комбинезон. Что у тебя есть? У тебя есть патроны.
А я только что тут был. Congratulations on making it to the 8th. Let's get you up to 100%, shall we? Uncle Sam needs you back in the fight. Hold still a moment. There okay. we go. Stay safe out there. Okay? Ну понятно, тут все пострадавшие находятся. Check your fire. Так, хорошо. Well, looks like... Чит-код какой-нибудь. Simulation? What the hell are you talking about? Так, пусть они выдвигаются. Я взял все, что мне надо. Сейчас начнется ад. Да пусть начнется ад, как говорится. Тут реально ад, друзья, будет. Непросто. Все совсем непросто. Будет. А интересно, если делать вот так. Мне это уже нравится. Я чувака сделал чуваком в тяжелой броне. В тяжелой. Сейчас мы еще тогда главаря сделаем крутым. Потому что я все равно не буду пользоваться. Винтовка Гаусса на тебе. Или ты ее пользоваться не хочешь? Ну все, она у тебя исчезла. Окей. Атакуем, ёпта. Один у нас в тяжелой броне. Где он? Где тут находит этот срай снайпер? Вижу. Полетать решил. Брат, братан, братишка. Когда меня отпустит. Так, левель эпь. Так, ну давайте качнем выживание на 60. И это насколько можно. Вот так вот. Понятия не имею, что нам качать. Мы какой 55 левел. 50, сука, 5 левел. Можно приз использовать, но я не знаю. Использование винтовок. Жесть. Много тут всего, конечно. Что там было? Ладно. Вот это неплохая тема. Но мы возьмем вот это. На 30-ку. На 15% еще быстрее бегать будем. Почему нет? Погоди, мужик. Я вот тебе возьму броню. И отдам ее кому-нибудь получше, допустим, тебе.
замечательно. Ты-то точно не умрешь. Поэтому... Думаю, тебе стоит мне походить. Сейчас им там плохо будет вроде. Вот хрен знает, где тут искать эти кейсы. Но они тут 100% есть. В этом на 100% уверен. Тут у нас за карту выход, на которую нам нельзя выйти, собственно. Надо было натырить еще брони, чтобы всю нашу группу переодеть. Сделать ее более одетой и приспособленной к этому делу. Ну ничего. Бахает. Так, хорошо. Туда я не могу пойти? Да, не могу, конечно же. Мне вообще нужно недалеко, мне нужно где-то лесенку найти, я забыл, где она находится. Вот она. И вот сюда. Можно. Там у нас сейчас будет, конечно же, опецкий немножко. Тут тоже враги есть. Как я помню, довольно-таки немало причем. Ты с огнеметом упадешь первый. Потому что ты самый опасный здесь. Все остальные это чисто так. Чистота и чистота. Опа. Простите, друзья. Так, вроде пока все идет не так плохо, как я вижу, даже довольно-таки неплохо. Так, подождите, нам вон туда вообще. Подожди, стоп. Я что-то путаюсь. Куда нам идти-то, ё-моё? Ё-моё! О, снайпера делают свое. А то они и снайпера. Чтобы делать свое. Тут у нас, я помню, кого-то сейчас будет до хрена. Ты со снайперкой? Мне показалось, что ты со снайперкой. О, свидание. А, не, не попало. Come on, you red bastards. Тут вроде 4 их. Где-то вот тут еще один.
На этом наше приключение не заканчивается, далеко не заканчивается. Главное, у нас мужик главный в броне, в элитной, поэтому это очень круто. Тут у нас врагов должно быть вроде немало. Красный дракон, блин. Хорошо. 100 локаций найдено. Это все, конечно, неплохо. Но надо ли это? Ладно, поехали. Пост перехвата. Самое сложное, конечно, конец. Мужик, может, ты сядешь? Окей. Где, блин, чертовы кейсы, а? Вообще охотник за кейсами. Где кейсы? Get out of my... Кандида, мужик, подожди. Конечно, все понимаю, что ты меня там можешь убить, все дела. Но я тебя ворую сейчас. Во-первых, возьму тайскую стелс-броню, бронебойные патроны, автоматику возьму еще. Так, теперь одену китайскую стелс-броню. Китайский автомат тоже возьму. Теперь я чисто драгун китайский. Чисто драги. Что я только что мог обыскать? А, тут снайпер у нас сидит. Иди сюда. Так, а, ты у нас вот тут. Теперь нужно быть реально поосторожнее чуть-чуть. Что-то ХП у меня осталось немножечко мало. Для того, чтобы продолжать бой. Поэтому лучше в скрытности. Ну, в скрытности посредственно, конечно. Вот сейчас будет народу, блин. Да, здоровье у меня осталось довольно-таки маловато. Но это не говорит о том, что я не могу убить этих тварей. Сейчас еще раз прицелимся. Вылезай из тени и умирай. Ну не умер, неужели? Какой? Кого ты, блин, в таргет берешь? Тут мужик сидит. Ну вот и все, сейчас. Отбагались гранаты.
Всех убила, что ли? Плохо. Где вот только кейсы искать теперь, а? Да, в этой броне я передвигаюсь в разы быстрее, я не знаю почему. Бульон! Ханьян тинта! Реально что-то уже забыл. Ну ай, ладно, не соберу их, хрен бы с ними. Я не помню, что дается за этот, за перк, но все же. Он корит. Сейчас уже будет, конечно, пожестче. И ни одной аптечки, главное, нигде не лежит. Что? Там хил стоит. Иди в задницу, С вами шамеми голау. Что ты стреляешь? С инвиза хоть выйди. Не хочешь уходить, так убью. That should be the last of them. And the last of the bombing. I'm gonna... Okay. Быстро мы. Оказалось, там сложнее будет, нет? All right, boys. I'm gonna make you famous. The mining town is now... Пойдем на базу Химер. А с вами отправлюсь. Чуть попозже, немножко. Okay, that's it. Just like that. Hold... Good luck, soldier. Корреспондент американский. Everyone back home's rooting for you. Who knows, maybe you're muggle... С толстяком! Чё ты тут делаешь с толстяком? End up on the... What, the capital post... У вас нет ничего, то есть они как бы пустышки. Так, стой, стой. Listening post search. Мистер Храбреца. Что он сказал, я не увидел, но ничего. Окей. Мистер. Не. Ice camps right around. Поехали. Поехали. Правильно. Правильно мужик делает. Крытность наша, все. Уии. Ты храбрец. Понял, что ты храбрец. Все-таки как же хорошо у нее в Вегасе снайперки работают, а? О, привет. Ты ему кулаками будешь?
вообще без проблем. Солдат китайский. Еще один сидит. Ну здорово. Че сидим? Как дела? Видимо, дела хорошо. Особенно то, что я апнуть могу 100 плюс уровень. Вот где ящики? Я помню, что их десятку можно собрать. Ну понятно, тогда не бы не было, если бы нельзя было десятку собрать. Но вот где? Где они находятся? Лучше не знаю, честно. Вот ноут, может где-то тут? Ой, ноут. Какой нахер ноут? Если это ноут, то я тогда вообще... Армаз. Армаз, рашим. Пиндосов. Ну не пиндосов, мы пиндосы, но. Ладно. О. Пятый разведданные. Еще 5 где-то нужно найти. Целых 5. Мать вашу. Чтобы получить ачивку. Ну блин, не ачивку. Ну вы поняли меня, короче. Не буду по 1000 раз говорить это. Чтобы получить какой-то перк или что-то подобное. Лучше присесть на всякий случай. Сейчас уже пойдут танки, а танки это уже весело. К тому же танк. А, тут 2 парня. Сейчас надо освободить пацана. Goddamn commies caught me with my pants down. Don't tell anyone you found me like this, all right? Thanks. Look, I've got to get back to HQ. I found some papers before I got caught. Good hunting. Удачная охота. И тебе, мужик. Тебе. Так прикольно, конечно, игра выглядит. Даже на тот момент, я не знаю, работала у кого-то нормально на максимальных, когда вышел DLC, я уже давно, года после 2. Робот-паук. Куда? Куда ты, друг? Ты... Еще ты. Вот сейчас ты выбежал на открытое пространство, это очень зря сделал. Я мог просто идти, мои бы парни всех зарешили. Давайте возьмем китайский автомат. Немножечко замерз. Много порвало мне, что ли? В чем беда? А, я понял. Капслоки. Беда, оказывается. Where this came from?
Вон эти твари бегают. Ну все, им пипец. Мины какие-то бегающие. Помню, конечно, такие были, но... Нехрен ставить на вышке. Будто ему все можно нахер. На этой вышке. Вот тут я уже места не помню, друзья, честно. Уже помню, что тут два танка будет ездить, какие-то канистры рядом с ними стоять. Но что дальше делать, я не помню. А так я его не убью? Да, конечно. Не убью. 228 экспу дают, просто топ вообще. Мне надо канистры взрывать вроде какие-то. Уже не помню, какие именно, но... Сюда я обязательно зайду. Вдруг тут кейс. Тут он и есть, собственно. Хорошо, 4 чемоданчика сраных осталось. Где их брать, понятия пока не имею. Но я думаю, мы соберем. Уже близко остается. Всего 4 каких-то сраных чемоданчика. Теперь бы понять, где и что нужно разбивать. Тогда будет вообще все окей. А, это этот котлован и надо разбить. Стоп, а, на него взрывчатку надо закладывать, лол. Кто там такой умный появился? А, это ты, братан? Ну, пока. Чуваки, бегите сюда, а то вас нахер расфигачит там всех. Ну, одного чувака сразу чпокнуло. Ice camp secured, sir. What are your orders for the strike team, sir? Хорошо. Хорошо. Все очень хорошо. Или нет? Мужик, ну, тебе так надо умереть, хочется что-то. Конечно, все понимаю, все твои желания понимаю, но... А, ясно, у тебя там зона не проникайка называется. Вылезай. А, ок. Вас свои же убивают, нужно задуматься, небось, не? Такой же броне, как и ваша. А, я могу этого потерпеть? Почему нет? Хрена их быстро разносит. Мужик, ладно. Удачи тебе. Воу-воу-воу-воу-воу. Да,
крита он убивается в разы проще. Который мне нужно уничтожить, я так понимаю. Сначала я схожу, посмотрю, есть ли тут еще кейсы. Тут есть не кейсы, есть парни. Я думаю, кейсик тоже есть. О, вас двое, вы групповушку тут устраиваете, что ли? В уголочке вместе сидят такие кенты, видимо. Или чуть-чуть ближе даже. Поехали, чё. Вообще лучше вот так. That should be the last of them, and the last of the bombing runs. I'm gonna order on. Okay. Мне кажется, я многих пропустил все-таки кейсов. Is there something you need, sir? Все же. You've hit the targets. Now the only thing left is the refinery. Так, сейчас у нас самое сложное и самое больное задание идет. Чуваки в броне, я тоже в броне буду вроде такой же. Не научат ее носить. Я что-то путаю. Да, немножечко тут дамажит. Чуваки, я бы мог тебе помочь, но нечем. Сорян. Чем не могу пока помочь? Чё ты тут стоишь? Умный ты, что ли, нахрена? Мне, наверное, нужно было поговорить с этим, но ничего. А, да, мне нужно вернуться на базу сейчас будет. Я так думаю. Что мне маркер говорит? Что вообще мне задание рассказывает? А, я понял. Маркер правильно говорит.